Учиться с минуты на минуту. Что-то тайное станет явным. Скорее всего, это как-то о мужчине из прошлого, который когда-то ушел от вас. А ушел, скорее всего, любя. Это было, знаете, какая-то внутренняя борьба, разрушение какие-то извне. Скорее всего, может быть, третьи факторы. Что-то связанное с семьей. Если был мужчина женатый, то, возможно, конечно, это повлияло на ваши отношения. Или что-то, кто-то из семьи, допустим, мама была против, да, то есть люди какого-то старшего возраста, то есть третье обстоятельство, какие-то ограничения. Ну да, у кого-то семья. Но этот мужчина вам по судьбе, смотрите, вы встаете в пару. Вы потому что любовь у вас не прекратилась. И эти ограничения, они уходят. Они были кармические, они чему-то вас научили. И празднуйте победу. Либо вы выйдете из этих ограничений, но уже, знаете, с внутренним таким шикарным опытом, который вас приведет в дальнейшем к вашей семье, которая по судьбе, и придет мужчина по судьбе, да, либо с этим мужчиной вы станете в пару. А в любом случае, шаг за шагом вы выходите из каких-то печалей. Вы долго работали над этим, да, работали над собой. Кто-то очень сильно переживал. Но энергия возвращается. Энергия возвращается, потому что и вы становитесь, знаете, в такую стабильную позицию, где уже не нужно будет бороться, доказывать что-то кому-то свои права, то, что вы можете. Потому что вы императрица, вы уже не доказываете, какая вы. Вы уже приняли себя. Этот опыт научил вас много.